Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня я снимаю видео, что же в нашем холодильнике. Итак, начнем. Вот так вот выглядит наш холодильник. Фирма Indesit. У нас здесь вот наклейки. Сюда мы вписываем, да, список. Вот список покупок сюда вписываем. Магниты. У меня был, ну, брат был маленький, сейчас он уже вырос, и мы покупали растишку, и вот остались эти магниты. Так вот выглядит. Так, с другой стороны холодильника тоже у нас магниты, это мы где были, наши фотографии, мои две двоюродные сестры, они живут в Краснодаре, мой брат, вот он маленький, это наше семейство. Вот. Кота мы не держим в холодильнике. Кс-кс-кс-кс-кс. Марсик сидит. Он любит на машинке стиральной сидеть. О, мама пришла, он мяукает. Смотрите, забавный кот. Голодный. Начнем с верхней полочки. Там у нас яйца. Чеснок. Так, глазированный сырочек ванильный. Нитую взяли в пятерочке. Ой, в магните. Так, это у нас глазированный сырочек. Сметанка. Так, йогурт брата. Тут такие глазированные сырочки. Так, это у нас зелень. Укроп мама готовит суп. Так, идем на вторую полочку. Там у нас сзади аджика, это любит папа. Остатки гречки. Мы очень любим гречу, масло. Так, это у нас идут котлеты. Они очень вкусные, продаются в магните. Первая свежесть. Всем советую. Это паштет. Он тоже продается в пятерочке. Тут у нас какой-то шоколадный пирог. Мама очень любит сладкое. Фазер шоколадка. Так, а дальше вот у меня на фруктозе зефир. Он очень вкусный. Вообще супер. Фирмы, вот я не вижу. Фирма Нева. Зефир глазированный на фруктозе с аромом ванилин. Да, фабрика Нева. Очень вкусный. Так, идем дальше на нижнюю полочку. Тут у нас получается индейка с курицей. Мама делала. Опять же взяли курочку. Мама будет готовить. Не убирали морозилку. Вот она тоже первая свежесть. Сыр. Так, вот такой голландский премиум. Дальше помидоры, огурцы. Дальше идет у нас тут что? Варенье какие-то. Я даже не знаю, из чего оно. Да, сгущенка. Вот сгущеночка. Что у нас дальше идет? Так, томатная паста. Тоже у нас тут, малиновое варенье открылось. Малиновое варенье. А это у нас, наверное, тоже черноплодка, по-моему. Мама летом делала варенье. Храним их здесь. Так, идем дальше. Тут у нас тоже сгущенка. Так, сгущенное молоко. Еще одно. Тут у нас малиновое варенье. Так, это черничное варенье. Оно уже закончилось. В Икее покупали, как вот это варенье называется, забыла, как называется. Кто знает, напишите. Забыла, как эта ягода называется. Так, здесь у нас спирт медицинский. Вот так вот все у нас тут расположено.
идем дальше. Так, верхняя полочка. Так, сейчас. Так, верхняя полочка у нас. Получается, здесь у нас карвалол. Здесь бифидумбактерин. Все лекарства, которые. Тетрациклиновая мазь. Левомиколь. Тоже левомиколь мазь. И тоже бифидумбактерин. Это маминое лекарство. Так, дальше у нас идет джосет. Конечно же, грипферон. Тоже грипферон тут у нас. Так. Оксалиновая мазь. Там у нас тетрациклин. Так, это коробка грипферона. Перекись водорода. Так. Это у нас хлоргексидин. Бифидочек. Я его очень люблю. Это наша вот Славма. Карельское производство. Так, дальше у нас идет масло. Я, конечно, не любитель таких масел. Но мама покупает. Это от Ижоги у нас и Синтуки. Вот. Я за такие масла. За оливковое. Так. Молочко. Тоже нашего производства. Так. Дальше у нас идет майонез. Улетаем. Так, дальше у нас идет молочко тут получается. Что у нас тут? Барбекю. Да, барбекю соус. И майонез. Ой, кетчуп. Холодильник разделен на две камеры. Вот верхнюю я вам показала. Так, это верхняя у нас камера, где лежат продукты. Сейчас начну с морозильной камеры. Так, наша морозильная камера. Здесь рыба должна лежать, но мы ее не особо любим. Я-то люблю рыбу, родители не особо. Ну, пока здесь рыбки нет. Здесь мясо нарисовано. Здесь у нас вот так холодно. Мороженое, масло. У меня мама военнослужащая, поэтому дает паёк. Курочка. Это у нас ягоды. Тоже забыла, как называется. А тут тоже курочка. Так, дальше у нас что идет? Ягоды. Зелень замороженная. Еще зелень замороженная. Так, спускаемся ниже. Тут у нас масло. Много-много. Так. Ягоды. Ягоды замороженные. Так, так непонятно в пакетах что. Я просто показываю, что черника. Это тоже черника. Много масла. А это брусника. А, брусника. А еще брусника у нас. Вот, показала я холодильник наш. Задавайте свои вопросы, рассказывайте то, что у вас в ваших холодильниках. И у нас внизу там была, получается, черешня, клюква и черника замороженная. Вспомнила. Делитесь, да, то, что у вас в холодильниках. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока.